Убивай. Есть? Я добро, да. Давай. Анна. Det var år 1870. Ой-ой-ой-ой-ой. Ней? Как вот здесь читается? 1848 или... Аттонхундра. Аттонхундра. Хуттиотта. Хуттиотта. Угу. Все, я поняла. Аттонхундра. Все время забыла. Аттонхундра хуттиотта. Так. Прочитала, перевела или как? Да, каждое предложение. Давай. Читай и переводишь. Это был 1848 год. Mm-hmm. 78. Mm-hmm. Боже. Mm-hmm. En stor båt gled sakta in New York hamn. Большая лодка зашла медленно в Нью-Йорк, в гавань. Да, в гавань Нью-Йорка или порт Нью-Йорка, но порт Нью-Йорка. Лодкой, конечно, здесь не обойти. Вот корабль. Корабль, да. Корабль. Да. Угу. Большой корабль. Тур, корабль. Ну, большая лодка, корабль. Небольшое судно. Угу. Ботен ком фрон Сверия ок ворфюр мет пассагерарой. Так, давай, значит, так. Первое. Фуль, да? Фуль. Ты сказала фюль, и это значит некрасивый. Ага. Фуль, когда ты произносишь фуль. Короткое «ы», фуль, ага. Это фуль. Значит полный. Фуль. Угу. Фуль. И двойная «эль», фуль. 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 Бра. Да. Пассаераре. Пассахераре. Там «хэ» юдови. Пассахераре. Пассахераре. Лодка вышла из Швеции, угу. И была полна пассажирами. Да, да. По Шайен тут Микки. Каен. Тут Каен, да. Ага, угу. По Каен тут Микки, фольк ок вентаде, по Хектингер. Ней, Слектингер. Слектингер. Ага. Слектингар. Ок веннер. На набережной стояло много людей и ждало родственников и друзей. Да, молодец. Угу. Анна вормет по боттен. Анна... Значит, здесь смотри, здесь у нас есть составной глагол вами по боттен. Вами. Вами. Это не р, не д не читается. Ага. Да, Анна, да. Вами по боттен. Да, и еще я тебе все-таки еще хочу подчеркнуть. Вот так как это составной глагол, то есть вот этот глагол вор, вара, она была, да, глагол быть. Он угу. Вместе с частицей мед, вот этим предлогом мед, да, он будет у нас обозначать, что она была там, на этом пароходе. Да, да, да? На корабле. Да. Да, и надо ударением, голосом поставить ударение на вот эту вот частичку. Вами поботен. А на вами. Вами поботен. Я, да, да. Mm-hmm. Hun reste ensam med två små barn. Она путешествовала, или ехала, reste, да? Ехала сама с двумя маленькими детьми. Да, да. Hennes man, Erik, var redan i Amerika. Ее мужчина, Эрик, Mm-hmm. Был уже в Америке. Да, только не мужчина, а муж. Ну, муж. Да. Муж, да, да, в этом случае муж. Mm-hmm.
Han hade åkt de 2 år tidigare för att hitta arbete och ordna bostad. 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 Он поехал туда 2 года ранее, чтобы найти работу и место для жизни. Да. Ужно обустать. Жилье. Жилье, да, обустать. Анна hoppades att Erik stod och väntade på Kajen. Tjejen. Kajen. Набережная. Анна надеялась, что Эрик стоит и ждет ее на набережной. Hon var orolig för att han inte hade fått hennes brev med bottens namn och ankomstad. Ankomstdag. 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 Да, вот. Вот не прочитала, конечно. А так вот я всегда такие слова делю. Я их вот разделительными, составными, чтобы вот... Потому что ударение и туда идет. Да, туда. Ankomstdag. Вот одно слово, да. Она была взволнована, потому что... Потому что она не знала, да, получил он ее письмо с названием лодки и днем прибытия. Precis. Она волновалась из-за того, что может быть, он не получил. Precis. Hon war också orolig för allt nytt som väntade. Она была также взволнована всему новому, что ждет ее там. Да. Тоже, ну, в ожидании. Она была взволнована в ожидании нового. Нового, да, или неизвестного, да. Анна Хёль. Анна Хёль Хорт. И барнен. Хот, наверное, да? Хот, я хот. Вот. Анна Хёл хот и барнен. Она держала крепко детей. Да, да. Или как вцепилась в детей. Да, да, да. Да, да. Да. Иногда по отдельности, ну, в общем, два слова играют немножко даже другой смысл. Да. Var fanns Erik? Где был Эрик? Hon kunde inte säga ett enda ord på engelska och hon blev mer och mer osäker. Osäker. Вот эта приставка у перед очень многими прилагателями, очень многими наречиями, она означает «не». «Не», приставку «не», да. Да, да. Я знаю, да. Вобрал. Уверенная. Она не могла сказать ни одного слова по-английски. И она становилась все более и более неуверенной. Да. Hon kunde inte klara sig i det nya landet utan honom. Ja. Она не могла справиться с новым городом без него. Не могла справиться. Ну да, она бы, можно сказать, пропала в новой стране без него. Не могла справиться в новой стране, Ланде. Новая Ланде, в новой стране без него.
в этой новой стране. Ага, да. Anna tänker på Sverige. Tänkte. Anna tänkte på Sverige. Anna подумала о Швеции. Der fanns familjen och vännerna, men det gick inte att leva i hemlandet länge. Längre. 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 Там была семья и друзья. Но невозможно жить уже не рядом. На родине. Да. На родине уже. Ну, Ленгре больше. Больше было больше невозможно. На родине, да. Или дольше. Ленгре как дольше. Ну, в данном случае больше. Больше было невозможно там жить. Вот, а это 1878 год, почему я дальше начала. Матен ректе инте тиль ала, пастен боде квинур ок мен арбетер хот. Хот. Еды недостаточно на всех. Было, да. Было, да. Хотя и мужчины, и женщины работали оба много. Да, да. О, да. Хотя оба, женщина и мужчина, работали много. Да. Монга сакнаде мат, кледер, опенгар. Многим не хватало еды, одежды, денег. Да. Менихурна блев фаттигаре, ок фаттигаре. Люди стали беднее и беднее. Неужели это про Швецию? Это все про Швецию. Да. Анна тенке окса по сина гамла фуральдрар. Анна думала также о своих, не говорят старых родителях. Ну почему? Старых родителях. Ну, старых родителях. Да. Если старые, то значит гамла, да. Я когда-то вообще не могла даже фюральдра даже произнести. У меня... Сейчас смотри, как ты произносишь хорошо. Уже как-то, да, дело. Или хетушка. Это было тоже вау. Что они говорят, как так может быть? Так. Дом Гретнер, Анна, со адьё. Yeah. Айо, айо, не читает, да, Дэн? Они плакали, когда она уезжала. Да, или прощалась. Когда прощались, да, когда прощались. Когда сказала прощайте. Ага. Хун хоппадес от Эрик Тьеннаде. Шена, так и знала. Шемнаде собно от Ханкунде Хикка билетен пенгар тиль дом. Билет пенгар? Билет пенгар тиль дом. Она надеялась, что Эрик зарабатывает так много, что он может прислать деньги на билет им. Да, да. Ну, тут прям дословно. Да, да. То есть не надо никуда. Не надо выкаблучиваться. Да. Дет шендес, кендес. Шендес. Шендес. Ой, ну вот это вот невозможно запомнить, только вот когда вот читаешь. Практиковаться. Практиковать. Вот невозможно, сколько я ни пыталась выучить, я не могу. Не могу. То есть практикуйся, когда читаешь, да. Ты шендес. Но то, что я уже знаю, что тебе должен быть подвох, я считаю, нормально, да. Это шендес тунгт. Тунгт. От интебу и самоланд сом сина фральдрар.
Это тяжело. Чувствовалось это тяжело. Это чувствовалось тяжело не жить в одной стране со своими родителями. Да, да, правильно. Он висте инте ом хун скулли седом иен. Она не знала, что она, когда она не знала, увидит ли она их еще. Правильно, да. Вот. Иен опять, дом. Да. Опять, снова, да. Парнен гнельде. Я гнельде. Барнет гнельде, ок авбрёт аннас танкар. 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 А вот здесь дети как плакали, вот ныли, капризничали. Ныли тоже хорошие. Барнет гнельде, ныли. И отбрёт, это прервали её да. мысли. Да. Как отвлекали, да, ее мысли. Да. Каян вор инте ленгре фюль ак. Не, инте фюль. Мы уже говорили про это. Ой. Фюль ак фольк. Я. Я хотела прочитать правильно. Фюль ак фольк. На набережную как не было... Полна уже людей. Ну, как ну да, или народ на набережной уже разошелся, да. Плотсликт. Плотсликт. Плотслит. Плотслит. Сохун на нонсон винкаде. Ногун. Вот уже говорят, что «нон» можно читать. «Го» вообще. Да, абсолютно. «Нон». Вдруг увидела она, как кто-то винка, машет рукой. Да, винкаде. Да. Винкаде. Здесь вообще первый раз услышала винкаде. «Он титаде эн гонг тиль». Она посмотрела еще раз. Да. Det var Erik. Ja. Это был Эрик. Да. Äntligen. Наконец-то. Да. Anna grät av lycka. Вот она плакала от счастья. Да. Av lycka. Grät av lycka. Красиво. Anna grät av lycka. Torarna. Торана. Ага, ренична. Торана ран по хеннес киндер. Синдер. Ага. Слезы текли по ее щекам. Да. Синдер, ага. Ню вента де этнит лиф и этнит ланд тиль саманс. Сейчас встретила, ой, встречает новая жизнь. Ждала. Сейчас ждала новая жизнь и новая страна вместе. Да. Замечательно. Ну, удивительно, что в Швеции так, как это говорят, до определенных моментов не так хорошо люди жили, да, у них тут революции. Ну, это как бы классика, можно сказать. То есть про это написано много текстов, то есть хорошей литературы, то есть есть и фильмы уже, и романы, все прям исследовано очень сильно. То есть был очень огромная миграция. По-моему, 1,5 миллиона шведов за 40 или 50 лет. Вот в эти бедные времена, да,
они эмигрировали в Америку, и там до сих пор как бы есть поселения, и, которые как бы немножко там что-то там сохраняют, знаешь, как это говорится. Да-да, традиции. Да-да, то есть есть знаменитые шведы, которые, ну, развивали Америку вместе с американцами, то есть новые, новые какие-то вещи изобретали там и так далее. То есть это очень такой интересный период в жизни Швеции. Ну, хорошо, прочитала. Так. Вопросы так. Есть у тебя какие-нибудь про какие-нибудь? Нет, все нормально, все мы все по... По ходу дела делаю. Нормально, да. Ну, еще я могу потом еще для себя пописать тексты, переписать. Так, вот у нас, я смотрела, у тебя немножко были вот проблемы. Ты не знаешь, когда говорить «щи», когда да? То есть, вот, например, там было «щиндер», «щеки», да? Шиндер. Да, да. Набережная есть. Кайен. Кайен. Шиндер. Кайен. Потом там еще было получать или зарабатывать. Там было ты и... Шенар. Шенар. Зарабатывает. Шендес. Тяжело. А, это точно. Шена. Это тоже шена. Тоже шена. Тоже глагол, но с еще с на конце. Мы можем всего разобрать этот глагол. Весь глагол разобрать. Хороший глагол. Инфинитив щеннас, щеннас, чувствовать, чувствоваться, даже как-то странно, странно звучит по-русски. Может, я уже немножко как-нибудь забыла. Ну, да, все равно. Щеннас или знать щеннас, в качестве чувствоваться, людей. Чувствоваться. То есть, например, это может чувствоваться. А can щеннас. Например, это может чувствоваться больно иногда. А, ну, в общем, так. То есть, смотри, здесь вот глагол щенна прибавляется s еще. И вот получается вот это ся, ся окончание. Так, дальше. Это инфинитив. Дальше. В настоящее время чувствуется, да? Шенс. Шенс. Чувствуется. Тоже вот это вот S. Шенс. И вот, например, смотри, чувствуется хорошо. Например, ты померила там платье или пиджак, да? Дет шенс. Бро. Дет шенс. Бро. Это чувствуется. Хорошо. Хорошо. Типа чувство такое подходит. Да, шенс. Шенс. Шендес. Шендес. И вот она, это Катерина. Ой, Анна. Она там что-то де шендес. Что-то там, я не знаю, там у нее было. Да чем дес тункт? Тункт. А, это чувствовалось, да, чувствовалось. Чувствовалось тяжело. Да, она чувствовала тяжесть. Чувствовалась тяжесть. Чем дес. Ну, нормально. Не будем супином брать. А еще есть вот это щеннады, тьеннады. Субро, Эрик, зарабатывай. Вот, ага, ну давай возьму. Они похожи, но они совершенно разные. Да, да. Глаголы. Так, смотри. Возьмем инфинитив. Щена, зарабатывать.
Сена. И вот здесь, вот смотри, очень важно произношение. Здесь всего одна N. Да? Mm-hmm. Всего одна N. Сена. И тогда вот это «э» будет длинное. Mm-hmm. Ты должна произнести длинно. Сена. Сена. А вот mm-hmm. когда ты произносишь «чувствовать», сена. Сена. Mm-hmm. Понимаешь, да? Да. Yeah. И получается «чувствовать», сена, двойная «н», короткая «э». Сена. Одна «н» и длинная «э». Понимаешь? Да. Ну да. Вот, угу. дальше. «Сенар» зарабатывает, служит. «Сенар» о «Сенар» зарабатывал. Если хочешь спросить, у кого какая зарплата, то ты можешь спросить «Hur mycket?» Как много? «Hur mycket?» «Tjänar du?» «Hur mycket?» «Tjänar du?» Да, это «Сколько ты зарабатываешь?» «Hur mycket tjänar du?» Но нельзя. Тут все хорошо зарабатывают, да. Да, ну и нельзя спрашивать, нельзя. Да, про деньги, они только за столом, где друзья, там родственники могут говорить и рассказывать про свою зарплату. Может быть, даже и не им. Ну, хотя все официально, то есть все зарплаты всех, они можно, ну, знать. Да. Да. В онлайне, короче, в интернете, если правильно нам говорить, да? Да, там, ну как, не, ну... ну почти. Нет, там перечень профессий и их зарплаты, вот. А, это да, это конечно. А вот индивидуальные зарплаты можно узнать. Там есть такие, знаешь, выпускают они эти целые такие талмуды, книжки. И там если вот, как называется... income declaration table, то есть все, кто декларирует свои зарплаты, декларирует свои доходы, они попадают вот в этот книжку, эту табель, ее можно заказать, и там все есть. Окей. Okay. Персонально. Окей. Okay. Yeah. Так. Ну, давай дальше. Давай дальше. Вот Eget liv. Et eget liv. Et eget liv. Ты видишь ее сейчас, эту? Да. Ну, хорошо. Вот мы его сейчас... Вот так чуть-чуть. Так. Я шенер энд квинна сон хетер Соня. 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 Ага. Я знаю девушку, которую зовут Соня. Да. А и здесь Шеннер выступает в отношении кого-то, как да. знаю. Да, да, да. То есть вот этот вот Шеннер, Шеннер, это может быть чувствую, да? Угу. А может быть вот просто знаю, да, знакомый. Ну вот здесь дальше будет он чувствовать, как просто чувствует, угу. но не человек. Это, по-моему, было. Соня сейр от хукан хера грессет векста. Соня говорит, что она может слышать, как растет трава. Да. Дет канше эрсант. Это, возможно, правда. Ага. А может быть, правда. Да. Фермонга ор седан флиттаде Соня ут поландит. Несколько, много лет назад переехала Соня в деревню. Точно. Хун вилли
kenna gräs och jord under fötterna, inte asfalt. Она хотела, вот, Вилли känna gräs, она хотела чувствовать да. А траву и землю под ногами, а не асфальт. Да, да. Асфальт, асфальт. 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 Ага. Он вилле андас фриск люфт инте ав гассер. Она хотела дышать свежим воздухом, а не газами. Да, или ав гассер, выхлопными газами. Выхлопную, а выхлопными газами. Да. Ав, ав, это как бы... Да, то, что выходит откуда-то. Он вилле ха лукн ок рю инте стресс. Она хотела тишины и покоя. Лукн ок рю. Прикольно. Но не стрессовать. Инте стресс. Алла труде. Att Sonja skulle flytta tillbaka efter första vintern, men det gjorde hon inte. Все верили, что Соня вернется назад после первой зимы, но она этого не сделала. Hon trivdes. Поландет окстаннаде. А она наслаждалась деревней, и осталась. Правильно. Станнаде. Или ей нравилось. Ей нравилось, да? Да, ей нравилось. Тривдес, да? А, тривдес, это значит... Наслаждалась. Видишь? Ну, да, 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 эс. Вот на конце. New lever... Соня эт нит ок аннурлунда лиф. Аннурлунда лиф. Сейчас живет Соня в новой, другой жизни. Дет эр микит споре емфет. Емфет мет ливит и стаден. Это очень сложно по сравнению с жизнью в городе. Nästan allt måste hon göra själv. Ja. Själv, правильно. Я запомнила. Почти все должна делать она сама. Да. Det är hot kroppsarbete. Kroppsarbete varje dag. Это тяжелая физическая работа каждый день. Men det är ett riktlivet tickersonne. А, bara liv. Riktliv. Riktliv. Ну, это богатая жизнь, думает Соня. Да, или, можно сказать, насыщенная. Насыщенная, да? У нас, да? Богатая совсем. Ну, хотя у нас, можно сказать, живет богатая жизнь, но лучше сказать насыщенная. Она имеет в виду все-таки не материальная, да? Насыщенная. Hon jagar och lägger ut när för att få kött och fisk. Она охотится и расставляет сети, да? Да, да. Lägger ut, чтобы, чтобы, ну, можно, чтобы добыть, было добыть мясо и рыбу. Какая насыщенная сонная жизнь. И Грон сакслендет
växer olika sorters grönsaker. Och hon har ett stort potatisland. В огороде, да? Да. Огород можно, да, сказать? Да, или посадки. Овощные посадки. Да. В огороде растет много сортов овощей, и она имеет большой, как поле картошки. Да, 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 да. Потатисланд, это ничего себе. Картофельное поле, да. Я бы сказала, это Белоруссия, потатисланд. Да, да. И Hönshuset finns ju hönor som ger henne färska ägg. Färska. Färska, вот. Färska ägg. Ага. Hönshuset, это в курятнике. Да, курятник. Да. Курятники есть 10 кур, которые дают ей свежие яйца. Да. И бланд хельер. Сельер. Сельер. Нету вот этой... Ну, да. То есть е. Е, да. И бланд сельер хун эген тиль граннарна. Иногда продает она яйца соседям. Да. Нер Шилан. Шилан? Шилан. 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 Нер Шилан ок мёрктет, комар по хёстен, борьер соне, ситар бете, ином хус. Ну, вот здесь вот... вот когда приходит осень, становится холодно и темно, или... Да, 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 правильно. Холодно и темно, приходящая осень, начинает Соня работать дома. Да, да, да. До вевер, унтрасматур, окстикар стукор, стукор, сомхон... Сельер по торгет, инен и стаден по соммарен. По торгет. Он сельер по торгет. Торгет. Площадь. Или можно сказать, не на площади, а на рынке, потому что рынок обычно всегда на площадях был. Потом плетет она... Тропичные ковры или коврики, как здесь? Да, да, да. Трасматур. Вот, как у нас называется, когда ты вевер, как на станке вот делаешь эти ковры из тряпок, то есть нарезаешь тряпки лоскутами, да, ой, этими лентами разных тряпок. Я даже не знаю, я поняла. Ага, ну вот это вот она делает. Да, и вяжет носки, да. Которые она продает, ну, на площади, да. В городе летом. Да. Сомар. Det ger lite extra pengar till hushållskassan. А, так, значит, хочу обратить твое внимание на слово, как ты произносишь «hus», «hus», «inte hus». Hushållskassa. Really extra pengar till hushållskassan. Hushållskassan. Это дает маленькие экстра деньги. Семейная казна, да, семейную казну, в семью. Ну да, да. Кассу семейную. Кассу семейную. Хотя, ну какой тут она одна, да? Какая тут семья? Ну, что она сбежала? Непонятно. Соня тикер от Хунбур и Парадисет. Ага. Соня думает, что она живет в раю. Да. Nästa gång jag hälsar på henne ska jag lyssna på Грессет, ом я хортит. В следующий раз я
навещу ее, да, и буду слушать траву, если будет время. Да. В следующий раз, когда я буду ее навещать, я послушаю, послушаю, как растет трава. Интересно, да. Ну да, такой интересный рассказик. Так, какие тут у нас слова интересные были? Какие тебе запали в душу? Ну вот парадисет, рай, как бы я не знала, что так будет. Ну вот этот, конечно, хера гросит векса, это вообще слышите, как растет трава. Интересно. Люгн окру. Люм ору. Кстати, вот это хорошая, очень хорошая фраза. То есть она устойчивая фраза. Покой, благодать. Или покой. Тишина и покой. Тишина и покой. Точно. Вот как мы говорим, тишина и покой. И здесь вот. Люм ору. Люм ору. Вот это. Устойчивый, можно сказать, я хочу тишины и покоя. Яг виль ха люмру. Я виль ха люмру. Люмру. Ок, да, я до сих пор еще ок читаю, ору. А, ок читается как о, и о, приклеивается к следующему существительному. То есть ору, ору. А поэтому вообще не понять, что они говорят. Да, 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 конечно. То есть они, да, 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 все, очень многие окончания глотаются, предлоги приклеиваются к своим существительным. Получается, что это как бы одно слово, хотя это два слова. То есть, да, нужно нарабатывать, как это, наслушаться или... Ну, нарабатывать вот это вот именно шведское. Поэтому, кстати, хорошо просто вот включить там радио на шведском, телевизор, вот пусть он там долдонит, пока вот тебя голова не заболит. Голова заболит, выключай. А так вот, просто вот фоном таким вот, пусть он будет, мозг включится. Ну, давай, у нас осталось чуть-чуть, ты мне дашь какое-то, ну, задание с этой книжечки. С этой книжечки, давай, давай. У нас здесь грамматика, то есть это не произношение, это грамматика. Мы можем, что? Ну, вот я вот с 50-й бы страницы пошла, вот когда вот эти вот пошли задания, потому что эти уже... Знаешь, да? Ну, не, ну как, знаешь, да, уже ты понимаешь, как они склоняются. Субстантив, формер, and radio, radio. Так, давай, давай. Вот мы тогда тебе сделаем страница 50, 51 и 52, 50. Да? Да. Давай. Ты, значит, если это твоя книжка, пиши прямо в книжке, а если это не твоя книжка... Ага, и можно еще сделать 54. Вот оно. Да, будет. Сделай. Бестемт у бестемт форм. Это, конечно, самое сложное тоже после порядка слов. Это вообще... Да, я... Кошмар. Сделаем. 50-54. То есть у тебя неделя. Да, и я еще пару текстиков тоже переведу какие-то. Давай. Если успеем, почитаем. Нормально. Будет пект, пресенс или футурум. Ней, подожди, ты же будешь делать только существительное. Все, да, это я потом. Да, я уже зашла. Не, так, не это самое, не забегай далеко. Давай существительное. 51, 52 и 54. Окей. Ну, все. Да. И пару текстиков. Вот у нас один остался, ну, еще потом продолжим. Тут интересные такие тексты, они... Не сильно там прям аж
легкие сказать, но прямо не сильно сложные. Замечательно, замечательно. Вот такого вот выбирать. Да. Хорошо. Замечательно. Ну, давай. Так, сумите, Светлана. Так, хэр. И сес con este века. Сес неста монда. Да. Так. Okay. Hey, 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 hey,